Блока 4.2. Вот схема. Если заметите, она немножко изменена. Модификация от 2007 года. Что изменено? Изменены немножко схемы включения транзисторов. Вот. Но это несущественно. Так, по порядку. Все изменения отметил карандашиком. Вот. Какие внес. Значит, долго не снимал обзорчик по этому блоку, потому что ждал BF-988A, я их заказал, потратился на них, 10 штук заказал минимальной партией по 50 рублей. Вот, в итоге очень ими разочарован. Диапазон регулировки по второму затвору очень мал, меньше, чем на КП-327-х. АРУ настроить вообще не удается. Коэффициент усиления 988 еще больше, чем 327 и 350 полевиков. В итоге при максимальном напряжении АРУ, то есть ручной регулировки усиления, усиление настолько большое, что аж прямо вот, как истребитель все выло. Вот, очень я разочарован этими транзисторами, не удалось мне скрестить АРУ, которая у меня здесь собрана, и корректной регулировки добиться. По отношению сигнал-шума ничем они не лучше, по крайней мере мои китайские, которые я заказал, чем КП-327, и даже наоборот, если честно. Вот. Значит, у меня диапазон регулировки по АРУ получился минус 0,9 вольт по 3,2 вольта. Это от полного закрытия транзисторов всех каскадов до максимального усиления. Что тут особо сказать? Значит, сюда максимум мне удалось подать 2,5 вольта. Здесь я получил 4 вольта от пика до пика. Никаких искажений, ничего нет. Далее все эффективно регулируется. Вот. Блок очень хорошо работает. Как говорится, вопросов нету. Все уровни отразил. Здесь где-то 0,9 вольта у меня подается. Все прекрасно работает. Здесь свои нарисовал напряжения, так сказать, для истории. Ну, вот как бы и все. Вот он сам блок в трансивере. Такое расположение. Он сам закрывается металлической крышкой. Если этого не сделать, он на максимальном усилении легкий такой подвозбут, а вот обратная связь на блока 4.1 уже наводится. Закрываю его крышкой, все отлично становится. Вот здесь кварцевый фильтр прямо так расположу. Здесь в предыдущем видео, предыдущих, показывал, что у меня вышел из строя этот кварц. Взял его из генераторной, из набора. Вот он в стороне, но поскольку он с краю расположен, то на ЧХ это существенно не отразилось в сторону улучшения. Вот все коммутации практически здесь выполнены либо МГТФ-ом проводом, либо коаксиальным кабелем. Кварцевого фильтра не будет, к сожалению. У меня отсутствуют кварцы, а те, которые есть на 5,5V, они слишком в стороне. Да, здесь трансформатор оставил, поскольку согласование идеальнейшее получается. Здесь также по контур. Все согласовывается, ЧХ прекрасно. Как бы все. Каскад достаточно простой. Все контура в резонанс. Правильно сделать на матач, и будет вам счастье.